Привет, друзья, подписчики и зрители канала. Меня зовут Висконти, мы снова играем в скрэп-механики и снова любуемся на ночные пейзажи карты скрэп-механика. Ну и смотрим заодно на хорошие постройки, которые вы можете скачать в нашей группе ВКонтакте. Итак, это у нас Делориан, который, кстати, не летает, к сожалению. Построил ее Леди Грилка. Так, окей, давайте сядем в машину. Вот так вот эпично открываются двери. Садимся. У нас всего лишь три кнопочки, машина уже куда-то поехала. Первая и вторая кнопочка – это открытие дверей. То есть, давайте я отдалю. Так, открывайся. А так вот эпично это смотрится. Классная машина, кстати. Третья кнопочка у нас включает фары. Ну, для ночной карты нам как раз-таки фары нужны. И вот тот вот ночной дом, освещенный, мы туда сейчас с вами поедем. Давайте. Найдем дорогу и поедем смотреть, как же у нас выглядит наша дача. Так, нам наверх. Машина прет. Мощности хватает. Подвесочку я бы, наверное... Хотя нет, подвеска, наверное, нормальная все-таки для такой машины. Так, нам сюда. Классно выглядит машинка, классно выглядит дом, который мы сейчас посмотрим вместе с вами. Так. Едем мы по какой-то тропиночке. Тут вряд ли ездят машины. Так, поворачиваем. Ну, классная машинка, мне очень нравится. Так. Подъезжаем к дому. Делаем небольшой круг, и сейчас мы с вами припаркуемся и пойдем смотреть дом. У дома есть гараж, но поскольку постройка машины и постройка дома – это разные авторы, то у нас немножко несовместимо. Так, окей, я мог открыть дверь и спокойно выйти, но я предпочел катапультироваться. Окей, смотрите, как выглядит дом в ночной карте скрэп-механика. Столько света, блин, классно выглядит. Давайте зайдем, попробуем зайти через гараж. Так, есть сенсор. Встаем напротив сенсора, давай. Вот так вот открываются двери. Железные двери, не знаю, нужны ли здесь железные двери. Опа! То есть все-таки дверь у нас приспособлена для машины, чтобы машина заезжала. Но также есть и... Это у нас свет. При входе. Так, открываем двери, сенсор немножко... тупит. Окей, вот так вот мы вышли из парадной двери. Также мы можем зайти, но зайти будет легче. Так, заходим, заходим. Нас еле запустила дверь. Что у нас при входе, ребята? Значит, вход в гараж. Это у нас свет. Это у нас какой-то, скорее всего, сигнализация. А здесь у нас вот диванчик и большущий телевизор. Так включается задняя подсветка. Скорее всего, это какой-нибудь Philips. Не делаем рекламу, конечно же, компании Philips. К сожалению, не могу приблизить. А, вон, не, могу. Слушайте, шикарно. Но телевизор, наверное, не включится. Окей. Идем дальше, смотрим дальше. У нас здесь есть выход на террасу и подъем на второй этаж. Но мы пока что туда не пойдем. Мы будем смотреть этот этаж. Здесь у нас кухня. Также везде включает свет, но этот дом построен специально для ночной карты. Есть столик. Можем сесть за него. Вот так вот. Стульчик бы придвинуть, но ладно. Все у нас из бетона. Столы из бетона. Стены из бетона, но выглядит достаточно хорошо. Как будто декоративная штукатурочка. Так. Это у нас все свет. Холодильник не открывается, к сожалению. Возможно, там какой-нибудь сюрприз, но мы это не узнаем. Здесь у нас остров кухонный. Ну и выход на террасу. Мы можем выйти на террасу. Здесь у нас бассейн. Здесь у нас стульчики. Сесть мы можем. Сесть мы можем. Можем сесть. Давайте сядем. Вот так вот это выглядит. Ну, высоковато. Хотя, ну не знаю, может быть у нас коротышка какой-то. Так, идем дальше. Бассейн, мы в него можем плюхнуться и разбиться по жесткую воду. Так, и что у нас здесь? Здесь у нас
лежаночки мы можем лежать и отдохнуть. Допустим, если бы был день, мы могли бы позагорать. Вот так вот. Ну, немножко тоже что-то не то. Как-то ноги задрали. Как будто это. Такс. Что дальше? Идем дальше. Идем и поднимаемся на второй этаж. На втором этаже у нас гостиная. Такая же. Также диванчики. Можно сесть. То есть здесь также поставлен невидимый блок сидения. И у нас есть санузел. Также в свет все включается. Как это без света выглядит? Вот видите, у нас фиолетовый свет. Это у нас внизу стоит телевизор, поэтому свет проникает сквозь текстуру не очень хорошо. Лучше бы здесь была полная темнота, когда выключаешь свет. Ладно, давайте включим и идем дальше. Что у нас здесь? Здесь у нас, ребята, с вами кабинет. Так. Включаем и садимся за стул. Не хватает только компьютера. Но это сделать несложно. Давайте мы это все с вами сделаем. Поставим небольшой ноутбук. Так. Какие нам нужны блоки для ноутбука? Я бы взял вот этот. Давайте пробуем. Такс. Такс. Но сюда мы их не сможем поставить, поэтому мы берем другие блоки. Вот эти. Такс. Такс. Вот так вот у нас уже будет выглядеть с ноутбуком. По-моему, достаточно хорошо. Не знаю, почему автор это не продумал. Может быть, здесь нету модифицированных блоков. То есть я пока что не видел на карте модифицированных блоков помимо машины. Вот в машине точно есть, а здесь вот их нету. Это потому что все поставил я. Свет. Такс, окей, идем дальше. Что у нас еще здесь есть? Терраса. Террасу мы смотрели? Смотрели. Так, идем в спальню. В спальне света нету или есть? В спальне свет есть. Вот так вот. Достаточно хорошо выглядит спальня, но опять же как-то вот не хватает всякой мелочи. Будильничка, картин не хватает. Что мы можем здесь сделать? Мы можем лечь в кровать. Вот так вот это выглядит. И у нас с вами есть три кнопочки. Давайте мы сделаем вид от первого лица, как будто мы на самом деле лежим в кровати. За что же у нас отвечает первая, вторая и третья кнопка? Давайте начнем, наверное, с конца. Третья кнопочка у нас отключает бра. Отключим. Вторая кнопочка отключает свет. Вот так вот. И третья кнопочка у нас, ребята, включает телевизор. Вот так вот он включается. Ну и по телевизору опять же идет какой-то непонятный сериал. Окей. Выключаем, включаем свет, встаем. По-моему, забавно. И самая лучшая комната в этом доме — это спальня. Кто согласен, ставим лайк. Так, ну что же, это мы все посмотрели. Давайте мы посмотрим, как же дом выглядит в дневном свете. Сейчас мы выйдем на улицу. Так, нас выпустит? Нет, сканер. Открывай, открывайся, открывайся. Немножко неудобно. Так, окей, выходим. И давайте включаем день. Что ж, ребятки, вот мы включили день. И давайте смотреть, как же дом выглядит днем. По-моему, сразу же видно, что ночью намного лучше. Заходим внутрь. Двери откройтесь. Двери открылись. В принципе, свет нам уже не нужен. Нету такого эффекта. Выключаем. За телевизором, наверное, оставим. То есть какой-то оттенок у нас идет, и это хорошо. Так, что у нас? Кухня. Кухня. Так, свет. Свет. Ну, хотя, не знаю. Днем тоже свет можно использовать. Так, что у нас здесь? Терраса. Ну, на террасе понятно, что днем, наверное, будет лучше, поскольку открытый воздух, небо, солнце и вода. Все, наши лучшие друзья. Хорошо, ребята, поднимаемся на второй этаж. На втором этаже у нас гостиная, ванная. Ну, в ванной свет, по-моему, в любое время
не помешает. Так, даже наверное, лучше днем в ванной, чем ночью. Так, что у нас дальше? Кабинет. Кабинет у нас днем светлый, ночью он все-таки темноватый. И спальня. Выключаем свет. Спальня, ну, в принципе, спальня как спальня. Телевизор все работает. Окей. Что у нас тут? Терраса. Все. Что ж, ребятки, пишите свои комментарии, как вам эта постройка и как ее лучше обозревать днем или ночью. По-моему, ночью дом намного эпичнее. Ну а я с вами прощаюсь. С вами был Висконти. Всем пока. Привет, мой преданный подписчик. Тебе понравилось новое видео на канале Висконти? Если да, не забудь поставить лайк. Если ты хочешь одним из первых узнавать, что на канале Висконти вышло новое видео, то жми на иконку колокольчика рядом с кнопкой «Подписаться». А, ты уже сделал это? Тогда ты просто красавчик.